сани принято готовить летом, а детей определять в первые классы зимой. До начала приема заявлений в чебоксарские школы осталось меньше 2 недель. Новшество этого года – подать заявление можно будет через интернет. С подробностями Ольга Пырочкина. Каждый последующий год в первые классы детей идет больше, чем в предыдущий. Эта тенденция сохранится и в 2017-м. Предположительно, первый раз за парты сядут порядка 7 тысяч человек. В прошлом году 6600. Первые классы дополнительно откроют в 2 учебных заведениях. Будут открыты первые классы в новой школе в микрорайоне по улице Гладкова, которая вводится в строй и с 1 сентября заработает. И открываются первые классы в втором корпусе лицея номер 4, это бывший лицей-интернат имени Лебедева. Соответственно, в школе Погладкова планируется открыть 6 первых классов и принять туда всех желающих из данного микрорайона, да, то есть там вопрос этот будет полностью закрыт. Вот. И в втором корпусе лицея номер 4 планируется открыть 4 первых класса на 120 ученических мест. Впервые подать заявление можно будет в электронной форме через портал образовательных услуг. Ссылка на него есть на сайте Управления образования администрации Чебоксар и сайтах школ. Чтобы распределить нагрузку на сервер, принимать заявления будут по графику. В школу номер 59 и начальную школу номер 1 из-за большого количества желающих подать заявление можно будет 29 января с 9:00. В школу Ленинского района с 9 утра 30 января, в школу Калининского района с 9:00 31 января и в школу Московского района с 9:00 1 февраля. С 9 утра 2 февраля прием будет вестись уже во все общеобразовательные организации города. Я хотел бы предостеречь, попросить родителей не создавать искусственную нагрузку на сервер. Дело в том, что подать заявление можно на одного ребенка в одну школу. И пытаться сделать это, допустим, с 4 компьютеров одновременно, не имеет большого смысла. Прийти в школу лично родителям все равно придется, чтобы предоставить подлинники документов. Сделать это можно будет в любое время в течение 7 рабочих дней после подачи заявления через интернет. Подать заявление можно и традиционным способом в школе. И в том, и в другом случае срок до 30 июня, а уже с 1 июля по 5 сентября принимать на свободные места школы будут без учета территориального закрепления. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.